запретный плод. Что значит он сегодня для тех, кто именован как примат? Сегодня разве страшное табу употреблять при детях даже мат? Сегодня разве страшно без одежды ходить прилюдно, словно дикий скот? Приматы — это стая, поголовье, количество животных, не народ. Законы? А зачем они для стаи? Чтоб парить? Чтоб болела голова? Среди животных прав тот, кто сильнее, кто станет вожаком для большинства. Кому никто не сможет помешать, когда берет, что хочет. Вот закон. Но люди разве звери? Не подходит для мира человеческого он. Однако человек с времен далеких терпел так много горя и потерь, не пожелавший Богу быть покорным. Нет, человек, конечно же, не зверь, но вот дела, они намного хуже. И что еще проглотишь ты, народ? Ведь если Бога нет, то можно все. И есть ли вообще запретный плод?